Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Зомби Форест. Так, ну что, мы находимся с тобой дома. Тут у нас какие-то награды получить. Ну-ка, и чем нас порадует здесь? Ага, железо 55, кстати, неплохо. Мы, наверное, сможем с тобой сейчас даже построить еще одну комнату. Хотелось бы мне в это верить. Давай-ка глянем, что нужно для того, чтобы сделать следующий этаж. Ну-ка. Ха, да ничего не нужно, всего у нас хватает, ребята, строим. Угу. Так, этих голодранцев мы, в принципе, можем с тобой поставить, да? По разным точкам. Пускай здесь стоит. Предположим, здесь. И вот здесь. Потому что зомби, если что, они заходят, да, вот так вот, и по этажам бегут. Ну что, будем, наверное, выпускать с тобой следующую волну. Я думаю, мы здесь отстоим. Конечно, хотелось бы поставить стену. Может быть, мы ее, кстати, сейчас с тобой и сделаем. Можем турельку еще одну влепить. Так, вмещает 20 единиц зомби. Это все понятно. Ага, а я не могу, да, видимо, стену поставить? Или же, секунду, подожди-ка. Сильнейшая защита, жизнь прекрасна. Построить. И где? Подожди секунду, я же сделал построить, но почему-то я здесь ее не вижу. Хотя ресурсы у меня забрали. Куда же он ее влепил-то, а? Не знаю. Короче, начинаем день. Начинаем мы с тобой день. Ускоряемся. Я думаю, эти голодранцы никуда здесь не дойдут. Мы их всех сейчас подчикаем. Ага, хедшоты там вылетают. Эй-эй-эй-эй, ты так не шути. Блин, ребята, у него... Подкликивает, по-моему, пушка. Смотри, сколько зомби тут. Да, их меньше не становится. Так, Гай. Оружие Зиг Заур. То есть ты хочешь сказать, что ко мне присоединился еще один чувак. Ну что, прокачиваем ловкость тогда уже здесь. Тут мы здоровье будем прокачивать. Этому больше ничего. Посмотрим, где этот чувак. Зиг Заур, да? Это получается 72%. Подожди, а у того, у которого клинит пушка, у него сколько процентов осталось? 63, здесь 76, 84, 14, конечно, ребята, нужно чинить. О чем тут вообще может быть разговор? Без починки, ну никак. Ага, значит так, друзья мои, костер у меня тут горит, это все понятно. Наверное, мы с тобой глянем, да, и посмотрим, что нам дадут. Так, мы с тобой получаем 12 патронов, 4 еды, в общем, неплохо. Ну что, давай-ка мы с тобой сиганем на карту. До сих пор еще пока шоркаемся с тобой в лесу. Машины у нас нет, поэтому ничего другого себе позволить не можем. Слушай, ну вот этих, я думаю, разобрать вполне получится. Выбираем абсолютно всех, напасть. Это вся армада моя, да, пойдет? Оу, да у них шансов нет вообще здесь выжить, ни у одного. Всех почикали. Замечательно. Так, а вот тут у нас выжившие, да, лежат. Слушай, ну тут их многовато, конечно, ничего не скажешь. А может быть, все-таки попробуем завалить? А, была не была, ребята. Я отчаянный. А вдруг получится, а? Ты прикинь, мы свой спасем выживших. Надо тут, конечно, всех поубивать. Так, вот этот, ага, снайпер. Давай, 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 быстрее. Так, здесь-то у нас что получится? Воу-воу-воу-воу-воу. Так, хорошо, хорошо. Ну, этих сейчас тоже мы разбомбим. Куда ты бежишь там, господи, всех. Вот тут, вот тут опасно, ребята. Ай-яй-яй, по-моему, одного потеряли. Ну, он дурачок, потому что был, ребят, на самом деле. Тем более, этот Анин первого уровня, а мы с тобой получили Клода 4 уровня, плюс игровая карта. Джон 8-го. Архила 4-го. Слушай, ну, мы вообще здесь круто спасли с тобой, ребят. Так, а здесь у нас... Ага, все, я понял. Давайте-ка приступим с вами к вылавливанию зомбарей. Так, кто у нас тут разыскивается? Таких зомби я пока здесь не вижу. На тебе, гаденыш. Но я думаю, лишними не будет любые зомби, потому что, если что, мы можем даже их скормить. Верно? А если мы их скормим, будет хорошо. Так, третий уровень, второй уровень. Так, здесь мы тоже с тобой. Давай-ка поуничтожаем их. Тыч, промахнулся, да ладно. Последний дротик у нас.
Так, здесь никого нету, к сожалению. Ладно, давай смотрим, что у нас здесь валяется. Так, а ты супостат... Да как так-то? Я же прямо ему в чайник, ребята, стрелял. О, мазила. Ну а тут-то у нас хоть кто? Ух ты, целая армада, нифига их там. Есть контакт. Троих сразу уложил. Так, пятого даже уровня есть зомби. Слушай, а вот тут... Опа. Красавчик. Слушай, а мы, может быть, его завалим, а? Давай-ка я рискну выбрать всех, напасть. Зачем я сделал выход? Господи, вот дуралея. Сменить карту. Новая карта. Но есть два домика. Ну, с этими обязательно разберемся. Да-да, именно вот с этими. Да что ты делаешь? Зачем я нажимаю на побег? Я, ребята, путаю. Надо скоростью, а я нажимаю вот сюда. Вот и все. Вот куда надо кликать, а не сюда. Так, остался один, последний здесь, да? Ханурик. Завалили. Так, патроны, вода, железо. Это все отлично. Так, тут у нас нету места, кстати. У-у-у. Слушай, а давай-ка попробуем его. В плане, у меня не осталось... А, времени не осталось свободного. Ну что ж, тогда придется, ребята, идти домой. Да. Другого варианта все равно нету. Ну что, наступает у нас ночка с тобой. Ага, давай-ка крутанем. Посмотрим, что у нас тут. Кирка, я смотрю, есть. Билеты, вода, пекаль. Ремпакет и билет, кстати. Наверное, мне сейчас дадут воду. А я бы хотел получить вот эти вот детальки. Две штуки. Ну, есть. Вот, это самое основное для меня. Две детальки. Так, закрываем. Тут у нас что? Кто-то получил уровень, да, и хочет прокачаться. Все, вроде бы. Так, закрываем. Тут у нас что, какая-то награда созрела? Потерять 5 людей. Зашибись, да? За то, что я потерял 5 людей, мне дают награду. Опять же, железо. 97 штук. Неплохо мы с тобой на железе разбогатели. Слушай-ка, ведь я могу, наверное... Эти у меня все с ближним боем, да, получается? С ближним боем. Вот это я так, честно говоря, и не понял. Как тут, ребята, все это делать? Ну, если, предположим, я... Кого-нибудь хочу отпустить. Кого-нибудь. Вот давай выберем сейчас. Например, вот этого, да? У какого уровня? Четвертого. Да, я согласен. Пускай идет. А следующего мы возьмем вот этого, например, да? Я согласен. Пускай тоже идет в рудокопы. Этот четвертого уровня тоже пускай идет. Вот, предположим, их должно быть трое. Да? Трое. Теперь... Например, колодец. А, добыто за сутки 5 воды. Все-таки добывают, ребята, они. Так, а шахтеров у нас нет. Лесопилка. Вот так вот, например, я сделаю, да? Добыто дерево за сутки. Вообще нисколечко не добыли. С озера. Ну, вот так вот, предположим, да? Все. Пускай они там ошиваются. Они нам как бы сейчас не нужны вообще. А мы... Так, торгаш, ё-моё, какие у него тут штуки продаются. Не жадничай. Так, подожди-ка, не жадничай. Давай-ка мы с тобой поменяемся на... А, вода мне нужна будет. Еда, наверное, тоже. Древесину, может быть, попробуем. Сколько он, интересно, запросит. Наверное, не меньше соточки древесины. Хотя, я не знаю, давай. Упс, стоп. Намного меньше даже. Ага, 47, да? Или 46? 47. Давай меняем, ребята. Так, и я хотел посмотреть, кому бы поменять. Вот этому, наверное, да? Мы с тобой поставим в руки, ну, нормальный шмот. Потому что у остальных все, как говорится, нормально. Тут винтовка снайперская, тут все отлично. Винторез. А вот у этого он 6 уровня, а тот... Вот, 7-го. Наверное, вот здесь мы с тобой сменим. Так, где эта пушка, которую мы только что с собой взяли? Вот она, да? Мини-ми. Вот так вот. Здесь, а здесь, кстати, тоже надо сменить. Например, можем поставить... Ну, разводной ключ нафиг он нам не нужен. Опа, а это у Андре стоит, да? Драгунов тоже одет. Давай вот это вот, наверное, мы
Поставим, но еще починим. Так, починили. Шикарно. Ну вот, теперь мои друзья здесь будут слишком крутыми. Ну что? Кстати, давай-ка посмотрим. Зомби, покормить. Вот этого вот сейчас мы с тобой покормим. Этого скормим. Этого, этого. Первого уровня нафиг они нам не нужны, да? Вот все вот это вот скормить. Вау, 14 уровня. Чувак будет лютый просто. Ну что, друзья мои, начинаем день. Отстреливаться будем, да, сейчас от зомбарей. Я думаю, этот денек мы с тобой переживем. Давай, давай, давай. Стоп, 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 стоп. Ну, хорошо, что у нас тут ключ и проволока, они не могут пройти. Блин, нужна стена, друзья мои. Следующую волну, я боюсь, мы уже не переживем таким образом. Согласись. Так, Леонель. Доска с шипами. Ну зачем нам эта доска с шипами? Вот объясни мне. Так, давай здоровье здесь прокачаем. Так, вроде бы и все. Где этот Леонель? Вот он, да? Сменить, конечно, сменить. Что бы тебе такого поставить? Зиг, Глок, Кольт. Давай, наверное, вот этот, 97%. Ходи с этой штукой. Лучше будет. Для нас, по крайней мере. Ну что, мы отправляемся с тобой на карту. В лес. Так, смотри, у нас два дома. Плюс ловля зомбарей. Ну-ка, давай-ка глянем, что здесь. Тут на изи. Поехали, будем валить. Всех, все, все, быстренько бежим. Добегался. Через окно просто застрелили, да и все. Просто разговор был коротким. Здесь та же самая петруха. Абсолютно, ребята, валим всех. Тут всего три зомбарята и было. Патрончики, все дела. Так, здесь у нас ловля. Ну-ка, давай-ка посмотрим, кто у нас тут бегает. Опа, красавчик. О, вот этого хочу поймать. Есть. Можно было бы и вот этого в шлеме. Но фиг с ним. Уровня второго и четвертого зомби. Давай здесь теперь глянем. Какие тут у нас зомбики. Так, и вот этого вот. Опа. Так, тут нет, которых мы... Вот, по-моему, тот, которого мы ищем с тобой. По-моему, он. Так, бородача здесь нету? Нету здесь никакого бородача. Все, друзья мои. Здесь троих. А не первого уровня и второго. Так, что у нас вот здесь вот? Турелька стоит и... Блин, смотри. Получится ли вот здесь вот пройти, а? Мина. На мину я не хочу, ребят, напарываться. А здесь... Слушай, как думаешь, сможем мы здесь пройти, а? Давай рискнем. Поехали. Выбираем всех, напасть. Мины я вроде бы здесь нигде не вижу. Так что все хорошо должно быть. Сейчас посмотрим, как мы тут... А, вначале идут зомби. Оу, так они сейчас тут все сломают. Да... Просто порвали, прикинь. Просто всех порвали. Выберите трофейное оружие. Что-то какой-то он, ребята, Макаров может быть взять нам. Да, я выберу Макаров. Так, потеряно. Зомбарей куча, найдено. Так, патроны еды 8 нашли. Камень, железо, бензин. Слушай, а может быть и этого? Ну тут видишь, мина. В принципе, если у нас побегут зомби, давай-ка попробуем. Если побегут у нас зомби первыми, то они как бы и подорвутся, верно? Ну-ка. Мину обезвредят, именно зомбари. Окей. Так, надеюсь, не слишком тут круто прокачан. Все, что ли? Выберите трофейное оружие. Ну давай, наверное, возьмем с тобой зигзауэр. Почему я только одно могу выбирать, а? Так, детали нашли, прикинь, мы с тобой нашли здесь детали. Детали — это очень большая редкость. Самое прикольное, что мы здесь все зачистили. Ну что, сменяем карту? Так, я согласен. Новая карта. Так, отлично. Здесь есть домики, здесь есть зомби, где мы можем с тобой поискать. И вот с этими гладранцами надо разбираться. Так, выбираем всех. На изи. Так, вот тут немножко, конечно, напряжненько, но я думаю, справимся, да?
Есть контакт. Так, патроны, железо, аптечки, все как полагается. А здесь мы с тобой поищем зомби. Так, три дротика у нас с тобой есть. Чпок, и готово. Конечно, нужно искать лучше те зомби, которые разыскиваются. Но их тут фиг поймешь, ребят, их не определить. Ну-ка, опа, прям в головешку. Так, давай иди сюда. На тебе. Так, три зомби, пускай, какого уровня сейчас покажут нам? Первого и третьего. Здесь еще два домика. Ну, конечно же, здесь, ребята. Да чтоб тебя, у меня опять не осталось свободного, ребята, времени. Вот только разгорячишься, да, и все, и крышка. Че, отбиваемся, наверное? Блин, я же хотел стенку поставить. Сейчас крутанем с собой рулетку. Обязательно нужно поставить стену. Я успею скрафтить ее, как ты думаешь? Что бы я здесь хотел получить? Ну, конечно же, вот этот автомат. Только не надо пустую ячейку, лучше 10 воды тогда дайте. Ну, есть. Фух. Ну, 10 воды хотя бы, чем, извини, пустая ячейка. Так, мы здесь с тобой закрываем и попробуем давай скрафтить. Так, железный забор. Сильнейшая защита. Вот она. Так, а что, у меня теперь их две стоит, что ли? У меня их две, оказывается, здесь. А эту я могу починить. А подожди-ка, как ее чинить? Как колючую проволоку починить мне? Да, отремонтировать. 12 единиц металла мне пришлось, правда, за это отдать. Что еще можно сделать? Давай-ка глянем. Забор под напряжением. Фигня полная. Генератор у нас с тобой есть. Проволока. Вот можно мину поставить. О, комнату еще могу. Давай. Хе. Блин, зачем я турель взял? Зачем я взял еще одну турель, а? Друзья мои. Вот, предположим, я ее поставлю. А я ведь, если вот сюда ее влеплю, она будет отстреливать? Слушай, мне надо вот этого убрать, а вот этого лучше поставить сюда. Вот таким вот образом. И вот этого, пожалуйста. Ох, нифига себе у него там радиус обстрела. Да-да-да, вот таким вот образом мы с тобой сделаем. Готово. Кто-то говорил, что их можно друг на друга ставить. Я, ребята, честно говоря, не пробовал. Но это будет прикольно. Поехали. Ну-ка, где там зомби? 16-й день выживания у нас с тобой. Давай ускорим. Вот они идут. Я хочу посмотреть, просто будет моя турель вот это бомбить. Она, по-моему, стреляет только по людям, да? Просто в мясо. Ох, ребятули, посмотри. Ну, конечно, патроны у нас с тобой тоже улетает. Будь здоров. Четко. Так, Габрон, у него оружие Глок. К нам присоединился. А мы кого-нибудь можем с тобой... подкачать можем. Это у нас Нелли был. Так, что у тебя Глок? У тебя Глок, парень, вообще на ладом дышит. Давай-ка мы вот тебе поставим кольт лучше. Будешь бегать с кольтом. Ну чё, друзья, отправляемся на карту. Блин, сколько нам нужно? 24, да, материала, чтобы сделать себе тачку. Опа, опа, опа. Напасть всех выбираем, чтобы побежали. Воу, там такие чуваки с винтовками идут. Не понял, это кто у нас там? С нами зомби, что ли, идет, что ли? Или что, или это просто чувак в маске. О, ведро нашли мы с тобой, прикинь. Ведро, железо, аптечки, все как полагается. А если я вот сюда нападу? Мина. Тут мина. Нет, хотя подожди, у нас же есть с тобой зомби, верно, верно. Поэтому есть смысл, друзья мои, напасть. Выбираем всех, нападаем. Зомби идут первыми. Упс, а вот это беда, ребята. А вот это беда. Вот здесь мы с тобой взорвемся. Ух, кто? Никто не погиб? Пулемет Мэдсон, прикинь. Слушай, вообще никто не погиб у нас. Прикинь, как я крут. Так, секунду, теперь надо вот здесь вот половить нам зомбарей. Эть, прям в бошку, на тебе. По-моему, вот этот зомби разыскивался, я его только что подбил. Он второго уровня, надо будет посмотреть по заданиям, кстати. Так, что у нас тут? Эть, эть.
Эть, нормуль. Троечку вынесли с тобой. Четвертого уровня зомби попался. Так, а что у нас тут? Костер, турели. Нет, сюда я не пойду, ребят, тут турели. Нафиг бы оно нам сдалось. А вот это вот, пожалуй, да, это для меня. Поехали, выбираем всех. Слушай, у нас с тобой что-то очень быстро стало ломаться оружие. Ну-ка, Леха, выходи, на двери написано. Все, просто порвали их. Мне нравится, как у нас идет. Так, ну что, меняем карту, да, и еще делаем одну заходку. Так, ловим, ловим зомбарей. А для начала, о, стоит красавчик одинокий, так, чпок. Зомби мало не бывает. Тем более, если они нам помогают именно проходить через всякие мины и тому подобное, то это вообще имба. Поэтому, чем больше мы их с тобой наловим. Ох, какой, ах, я хотел того в шапочке поймать. Промахнулся. Так, ёпрсоте. Я думаю, стоит сюда пойти. Ребята, рискнуть. Освободить вон тех вон чуваков, которые там лежат. Во-во-во, вот здесь опасно. Ну, мы справились. По-моему, никого не потеряли. Вот тут вот можем. Слушай, по-моему, никого вообще не потеряли. Игнат найден. Шакур. Еда, дерево, бензин, аптечки, все дела. Ты серьезно, что ли? Конечно, рвем его. Ребята, рвем даже. Блин, а у меня, как всегда, очков нету. Ядрить тебе на курень. А так бы я его просто ушатал бы, и все. Он там один стоит. Ну что, давай, наверное. О, можем крутануть. Давай сделаем с тобой так. Ух ты, смотри, какой ты здесь. С прицелом, все дела. Дай детали, вот детали мне прокрутят. Либо железо, либо дерево. Ну, лучше железо, конечно. А лучше билет вот этот вот. Все, окей. Так, мы с тобой что-то сделали, какое-то достижение. Закрываем, давай заберем. Сколько? 1000 зомби я уже убил. Опа. Итака, плюс 2, 100%. Слушай, нихера себе, ребят. Плюс 2, то есть какая-то улучшенная, да, у нас винтовка досталась. Тут кольт плюс 1. Ну да, это у нас как бы по мощам выходит. Шкур, давай-ка мы тебе сменим и поставим и по... Вот, итаку. Пускай ходит с итакой. Так, а здесь кто-нибудь еще есть? Ну, вот этому тоже мы сменим. Пистолеты мне что-то как-то не очень нравятся. А вот Андре. А почему Драгунов просто так у нас простаивает? Интересно. Вот они, мои орлы. Так, ночь, 16-й день. Ну, давай, атакуем. Бегут, бегут, бегут охламоны. Слушай, это снайпер так шмаляет на таком расстоянии. Не кисло, нет, это вот это. И он пока... Ага, начинает у него клинить. Блин, клинить это значит, ребята, уже ломается, да? Винтовочка-то у нас. Но, тем не менее, отбились. Степан к нам прибавляется в команду. Не знаю где. Ну, смотрю, у нас уже... Ух, мы можем же еще одну такую штуку поставить или нет? Загон для зомби, я имею в виду. Давай проверим. Хватит ли у нас ресурсов? Я могу еще один этаж поставить. Нет, не могу. Не могу, ребята, ошибся. Вот. А этот могу сделать. Ну-ка. Да, у нас еще один загон с собой появляется. Для зомбарей. Хе-хе-хе. Прикольно. Самое главное понять, сколько еды у нас тратится в день. И все это рассчитывать. Потому что иначе, ребята, ну, мы можем с тобой попасть очень круто. Еды, воды у нас много. Вот с едой, конечно, проблемки определенные есть. Ежедневно добывает еду. Вот так вот. Ну что, дорогие друзья, я думаю, на этой ноте мы пока с вами закончим. Ночь у нас 17-я. Обязательно продолжим уже в следующей серии. Так что всем пока, всем удачи. И до новых скорых видосиков.